Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый симулятор спор и микробов. В этой игре мы с вами будем эволюционировать, собирая ДНК и будем исследовать микрокосмос. Так, ну что, здесь различные червяки у нас. Давайте что-нибудь выберем. Например, вот этого нематода. В настройках у нас графику ставим высокую. Бум эффект я не буду ставить. Нажимаем ОК. Все, графики нам достаточно. Имеется магазин, возвращаемся назад, нажимаем на play. Идет загрузка игры, и сейчас будем играть. За этого червяка, за эту микробу, за этого спора. Вот так это все выглядит. Мы находимся с вами в микрокосмосе. И вперед к исследованиям. Собираем вот эти вот маленькие какашки, и ты будешь эволюционировать. Так, ух ты, нифига себе. Знаете, эта игра мне напоминает Слизарева. Только чуть-чуть с такой вот графикой, научно-фантастической какой-то. Так, ну что, у меня есть также супер различные кнопочки. Сейчас даже покажу, какие. Вот такая вот, это такой супер рывок. Мы уничтожаем различных бактерий, вот этих спор. Вот смотрите, хопа, вот так вот уничтожаем. Теперь двигаемся дальше, стреляем. О, вот так я могу кусать и дергать, фига меня занесло жестко. Так, теперь смотрите, что я умею. Вот так вот, я не знаю, что это он делает. Это какое-то отравление или что. И просто кнопочка рывок, удар, вот так вот. Сейчас. Вот так вот, увидали? Все, я уничтожил, могу это все собрать. И я, как видите, эволюционирую с помощью вот этих вот микробов, всяких ДНК. И здесь можно делать абсолютно... Вот здесь нельзя, видите, я моргаю красным, потому что я попал на вот эту непонятную территорию. Нет, нет, нам сюда не надо, пойдем этого мочить. Так, супер удар. И, как видите, другого червячка не стало. Теперь продолжаем мочить, его вот так хватаем. Нет, это там яды, нам нельзя. Мы должны быть чисто вот это, на вот этой вот синей территории. Так, на вот ту ржавчину мы с вами не должны идти. Так, уходим назад, потому что эта коробка отскочила туда. Так, а во, ух ты, нифига себе, здесь битва идет. Давайте махаться. А, наконец-то я нашел, с кем можно нормально посразиться, но этот червяк, ой, все, без проблем. Блин, это как будто не микроорганизмы, вот эти споры, бактерии, а какой-то симулятор змеи. Ой-ой-ой, страшный какой. Ой, посмотрите какой. Так, это что у нас за пружина? Так, разрываем ее. Разрываем. Это водоросли, походу. Не знаю, если честно, я вообще не шарю в микроорганизмах, спорах этих. Но игрушка сделана очень прикольно. Думаю, вам она понравится. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Смотрите, какие у нас взрывы, спецэффекты различные. Продумали все-таки игрушку. Сделали ее не просто так. Так, мочим. Супер удар. И давайте разорвем ее. И схаваем. Вот так вот. Это я... Как-то плююсь вот этими кровьями, что ли, или что? Так. Направляемся сюда. Кого бы схавать? Я уже не знаю, я... Кого-нибудь побольше надо. Что-нибудь сразу у нас уровень добавился большой. Вот, ежик. Смотрите. Ой, ежик тоже... Он сопротивляется, он использует какие-то иголочки, вот прям как ежик. Я уснул аж. Он какой-то был ядовитый, походу. Да, так оно и есть на самом-то деле. Он был какой-то ядовитый, поэтому у нас не получилось его никак уничтожить. Ясненько, нужно также быть аккуратными и знать, кого кусать, а кого нет. У меня новый уровень, 4-й. И смотрите, кого я нашел сегодня на обед. Или что, у нас там ужин, или что? Крутяк, вообще, очень офигенно. Напоминает Слизарева, повторюсь еще раз, но я бы сказал, что... Это вам не Слизарева, а тут совсем другой мир. Другие правила для выживания. Это в Слизарева, там червяки все и онлайн-игроки, и фиг поймешь, кто кого там убивает. А тут у тебя, естественно, свои цели. Выживать, съедать, становиться большим и просто-напросто эволюционировать. Ведь ты червяк, точнее спор, да. Вот этот микроорганизм в этой микрокосмосе.
Ссылка в описании. У червя... Вот этот паук... Ой, я всех собрал. Всех животных собираю в этой игре. Мы просто играем в симулятор споров и бактерий. Но я тут всех животных перечислил. Змей, жуков, там кого я еще говорю? Жуков я не говорю, я говорю этих ежиков. Капец, какой-то животный мир у нас зоопарк получился в этом обзоре. И поэтому это все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.